Сотрудники ГИБДД рассчитывают таким образом донести до участников дорожного движения необходимость соблюдать правила и предупредить опасное поведение пешеходов на проезжей части. К мероприятию присоединились сотрудники образовательного учреждения и родители учеников. Акция проходила на одном из пешеходных переходов. Место проведения было выбрано не случайно. Именно на этом участке дороги взрослые и дети переходят проезжую часть, когда идут в школу или в садик. Дети очень ответственно подошли к мероприятию и заранее подготовили рисунки, плакаты, памятки с призывом соблюдать правила дорожного движения, использовать светоотражающие элементы в темное время суток и переходить дорогу в зоне пешеходных переходов.